первых порах мешать ей выполнить все свои хорошо знакомые ей удары. Начало какое-то мягковатое на подачу у Сафиной. Отлично. Отличный розыгрыш. Такая плотная игра. Была ошибка. А вот, ну, второй гейм теперь уже на подаче. Потому что здесь, чтобы выполнить такую изящную подрезку, она должна быть в хорошем состоянии. Она должна иметь время. Кок, Голикок. Он тоже производит впечатление человека, который может владеть и управлять Амели. Отличный прием, 30-15. Очень здорово. Yes. Очень хорошо сыграла сейчас. Динар, молодец. Очень хорошо. Вот это еще один компонент в игре, который может... Жалко. Хорошо сыграла Маризмо. 0 на подаче Динары. Когда... Маризмо обрела свою игру хорошо, очень чисто. И немножечко сбила Динару. Динара. Ну, вот тут и махнула даже. Очень, очень разволновалась Динара. Ну, в общем, Динара не любит играть с Маризмо, но это ни о чем не говорит. Сейчас она совершенно в другом ключе играет. Ну, конечно, вот та, не так. Ну вот, вот ее игра. Спокойная, мощная, в верхней точке. Ну, молодец. Хорошо сейчас сохранила хладнокровие. Плюс это проигран. Обидно, потому что 3-0 вела Дина. Он все время смотрит на этого своего тренера без конца. Смотрит, как будто... Так Динара подает во втором сете. Ну, хорошо, нормально. 15-0. Кованые, но они неэффективны, потому что они не создают проблем. То есть 30-40. Ну, зато, в свою очередь, Маризмо просто идеально. Попал. Вот это хороший удар был. Он... Отлично. Вот, наконец-то. Прошел хорошую ножичку его. Она неплохо его обработала, но все-таки недостаточно. Отлично. Ну, вот эта подача у нее...
защищается Муризмо. Все сделала хорошо Динара, но смеш не... Отлично, молодец. Трудный очень, трудный гейм был. Ну, здорово. Наконец-то. Прошу. Ну, здоровски. Ну, здорово, отлично. Вот это вот... Ну, хорошо. И света она умеет. Ну, здорово. Как она смогла сейчас здорово усилить, а? Чистка подает. Ну, отлично. Вот сейчас ее видела, все хорошо. Подача, по мнению Маризнадцати, подача на вылет. Эйс. Это вот второй удар, какой Маризмо. Ну, вторая подача на вылет. Видите, вот. Да, три подачи на вылет. А вот 30. Это красиво разыграно. Здорово, отлично. Вот это вот великолепный перевод. Отличная подача наконец-то прошла. Отлично, еще раз подача на вылет. И 6-3. Вспомните, как она умеет в сложных ситуациях играть. И продолжать играть так. Ой! Не очень удачно. Здорово. На вылет. Здорово. Вот это здорово. Ну, очень чисто сыграл Динара. Не испугалась. Он решил немножко... Ну, команда, команда. Сейчас неплохо. Хорошо подала.
Как свободно и хорошо по всему корту играет. По всему корту играет Морезной. Отличная подача на вылет. 30-0. Плохо. 40-15. Очень чисто. Все равно счет. Нужно играть. Ну, мягко играет Динара. Ну что же она вышла к сетке. Попал мяч. 40-15. Хороший счет. А вот 0-40. Уже. Отлично. Прекрасно провела этот гейм Динара. Отлично. Прекрасная подача. 15-0. Отлично. Вот это вот то, что мы от нее ждем и то, что мы просили. Ну вот хорошо. Вот эти последние два удара были псевдоускорение такое проводить, бежать вперед. И подача очень хорошая. 30-0. Очень хороший прием. Очень хорошая. Ну, у Динары есть в запасе хороший прием. Да. Этот гейм был разыгран очень хорошо. Ну что же такое? Ну что? Ну, молодец, умница. Сейчас очень трудно был розыгрыш. Ну, молодец, молодец. Заставила. Попал. А вот выиграла важнейший гейм сейчас. Ну, тройной матчбол. Ну, спасибо, Амели. Последний мяч. Все-таки не выдержали нервы у Морезно, но Динара выстояла.
Очень трудный у нее получился этот матч. Он как-то все время не складывался. И она боролась сама с собой, заставляла себя играть так, как требуют обстоятельства, как надо. Но все-таки игра не приходила так непросто, как...